Прямо как разрыв мозга. На детских аттракционах я чуть не очень хочу кататься. Очень много толстых людей. Конечно, жалко. Это территория все для детей. Ничего тут такого особенного нету. Ну, конечно, с хранением рюкзака это вообще, конечно, здесь беспредел. Заплатить столько бабок и еще теперь в каждый аттракцион надо платить, чтобы рюкзак положить. Ну, хоть сингл этот без очереди, вот как ленивые люди ездят. Сингл, хоть хорошо, что он как экспресс, ты не платишь, но идешь очень быстро, катаешься. Вот здесь, видите, можно бесплатно поставить за счет билета, сканируешь. И вот я сейчас закрыл свою, и все, и не надо платить никаких $3. Чуваки, мне даже повезло, я прокатился самый верхний, самый первый. На первом вагончике было здорово. Я уже 3 раза погонял на этой фигне. Сейчас иду на другие аттракционы, на которые надо было платить за то, чтобы рюкзак. Ну и следите дальше. И опять очереди. Сейчас мы идем на Кинг-Конга посмотреть. Это тоже в 3D очках. Но мне Спайдермен понравился. Такое все тематическое. Ах, все приклеено. Ничего не возьмешь. А так бы можно было на память все тащить. Прикольно такое все-таки тематическое. Я дождался. 40 минут мы стоим, ждем уже в очереди. Мы, это я и моя камера. Вот такое типа грузовика, на котором мы поедем. Thank you.
показать и объяснить, что здесь темных-то нету. Большая часть это все белые. Наверное, процентов бы, я бы сказал, бы, наверное, 10-15 всего лишь есть темных. А так все. Азиатов там процентов 10. Так все американцы. Русских я еще пока не встречал. Мне казалось, вот одна пара только была на кассе, и все. Мне очень понравился про Кинг-Конга. Очень зрелищно, красиво. Сейчас идем к Гарри Поттера. Народу какой-то скучный дрип. Sorry about that.
вообще. Это просто супер. Я лоханулся. Здесь вот должно было быть шоу, а она закончилась. Я что-то не посмотрел по график работы. Ну что, я уже накатался. Последний аттракцион не заснял, который вот сзади у меня находится. Почему? Потому что случайно нажалась кнопка записи в кармане. Я снимал карман, и села батарейка. Но я уже второй раз не хочу, что-то я уже так накатался, что хочу есть, хочу домой. Так что уже сколько там, 7 часов. Еще посмотрю сейчас расписание, может, какое-то все-таки будет шоу. Если нет, то домой. Заключительная нотка красивых видов и зданий. И я иду уже домой, уставший. И, наверное, бы сказал бы, что почти удовлетворенные. В принципе, мне хватило аттракционов, но хотелось бы, наверное, более таких душещипательных. Прямо чтобы, ах. Все, покидаем и парк. В сторону выхода и будем смотреть, как мой мотоцикл. Кстати, когда я пришел, моя ячейка не открылась, а открылась всем другая. А я свою не мог открыть, а у меня там документы, ключи от мотоцикла, права, деньги, все. И я к охраннику подошел, говорю, типа, открой вот эту. Он такой раз открыл, он говорит, твоя. Даже не проверял ни документы, ничего. Так что можно наворовать здесь. Mm-hmm.